Долго сидим. Ты так поздно постоянно заходишь, что и слот тяжело подзабрать. СП, это ТБшка. Итак, ребятки, в общем, сегодня у нас небольшой челленджи от Романа, очередной, так сказать. И что мы должны тут сделать? Сенты играют за мили. Сенты — это милишники. Скоржи — это ренжеви... ренжевики. Ренжевик. Вот так вот. Рак, краб. Кстати, прикольно, что у тебя спонсорка работает по кайфу. Мы дальние. Если что. Все, ГЛ. Мы играем на дальних персонажах, а не на ближних. Команда сентов играет на персонажах ближних, а мы на дальних. Мы на дальниках играем. Ну, я возьму. У меня работа. Я понял. Но извини тоже, тут как бы дело такое, что так, ренжевик, милишник. Надо милишников побанить, бара. Милишник. Нокера забанили. Да, для ренжевиков, конечно, самый сок. Алан. Да, смотри, забанили. Забанили. Самый сок для ренжевиков. Это Траксис. Конечно. Так, ну раз у нас ренжевики... Ренжевики. Чё в ренже будем брать, пацаны? Чё будем брать в ренже? Берите. Дайте ластом. Не хотят брать, пацаны? Венжефул пойдет. Как музыку в отдельную дорожку записывать? Я видел. Бунду видел. Но тут, там нужно разбираться, честно. Я не хотел сидеть и париться. Не хотел сидеть и париться. Так, в общем, у нас ренжевики, да? Надеюсь, ребята все правильно поняли. Ренжевики у нас. Ренжевики. Рокса в бане. Я вайпера не хочу, слишком имбовый герой. Слишком. Агиролёт любит, агиролёт не любит. Шокер в бане тоже. Ланая читерский вариант. Да Ланая нет, не скажу. Ланая под бустами только хороший герой, я думаю. Можно вообще типа минера взять, да? Они типа милишники. Минером зарофлить можно, да? А он не в бане? Он в бане, да, по-моему, забанили? Нет милишников. Морфилуса, да, на морфе. А, еще диффуза соберу. Нормально, как раз. Милишники, ну там, наверное, Урса зайдет. На. Классика, тупо. Эл классико. Не знаю, что у нас тут получится. Взял он у Сревича, такие, как и банально. Не забудьте. Хорошо, погнали, ребятки. В общем, катка, надеюсь, будет интересная. Голину или не, крейзи катка. Не, минер на 83 нравится, затяжной игре 85, на 85 слабо как-то. На 85 он по кайфу тем, что у него мины можно прятать. Мины можно прятать, все можно прятать. Не, вивера я не хочу. Там вот эта печалька будет. Но диффуз, в принципе, все перекроет. Соберем диффуз тут, фастово. Тревел диффуза. Что там у него, арба, да? Ну, как я и говорил. Я сразу сказал, что это активный будет. Чувачок. Можно, можно душануть. Гоу. Гоу. Рудги, гоу. Хорош. Отлично. Не сбивай хилку, пожалуйста. Ах ты, Криса. Хорошо. Нормально душанули. Милишники в атаке, пацаны. Ой, милишники. Ренжевики. В атаке. Хорошо, молодцы. Дали отпор пацанам. Привет, я спать.
Давай, доброй ночи тебе. Спасибо, что зашел. Спасибо за треки, дружище. Будет время, залетай. У нас всегда весело. Спасибо. У нас всегда весело. Че, Усревич на меду? Да с Усревичем будет тяжело на морфе. Он полумилишник, так сказать, очень близко. Очень близко бьет. Тяжело будет перелаз хитить его. Нельзя ему давать много стакать. Это же жесть какой браконьерский герой. Дамага лютая. Ой, хорош. У меня настакано сейчас столько дамаги могу получить. Хорош. Я уже думал, все, конечное. Да иди, Патма, говорит. Ну, молодец он, кстати, ару закинул нормально. Морфом, в теории, если очень хороша игра складывается, ни разу умереть нельзя. Ну, можно ни разу не умереть. Жесть. Не-не-не, мне кура нужна будет, пацаны, сейчас. Хорошо. Немного подкачаемся. Дамагу выровняем. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо тебе тоже. Не, снайпер слабенький же. Снайпер же слабенький, ужас. Ну, рейнджевики гоняют пока что. Ранняя стадия игровая, рейнджевики гоняют. Милишники сассируют пока что. А потом, ну, Урса много будет делать. Тут я более чем уверен, что что-то будет делать тут, потому что... Да нет, ты чё, его ж просто Патма подзонило немножко, тяжело ему. Что ж ему сделать-то? О, смотри, что делает браконьер. Сейчас стак упадет. Можно будет подзадушить. На него главное под стаком не прыгать. Вот когда на мне стак, вот сейчас в данный момент, не прыгать, иначе там... Он сейчас-то разогнан, на мне примерно где-то плюс 90 урона. Это GG. Все. Разогнан он по мне люто. Хорошо. Пока что фармим. Через тараску и качать на ловкость. Го. Не, тут будем дефолт собираться. Жалко, что нельзя зомбезию было взять. Я бы тогда взял бы Аганим. Валейкум ассалам. Здравствуй. Загангали, загангали. Нельзя его сейчас вообще, ну, заставлять подходить. Оп, вот так вот. Еще раз подходит, умирает. Не достану, мне сапог нужен. Чем раньше сапог придет, тем лучше. Смогу подзадушить его. Хилочек пришел. Что ты у меня убить хочешь? Не получится. Ща рунку возьмем и погнали дальше. Четвертый левел. Сревич. Го, в рейзик. Хорошо. Ребята душат вообще боковые. А чё они к крипам не могут подойти, да? Прикиньте, это мы еще не самую грязь взяли. Можно было взять Хускара, можно было взять Вайпера и вообще в ежовых рукавицах тупо держать. Тупо в ежовых. Тушите его. Хорош.
Ну, вот этого пацана. Да-да, меня, как всегда, говорит. Ох, что Сардор. Промах на Lost Hit. Классический. Как называется промах, когда просто подходишь к пачке крипов? Пачке крипам. Подожди, как правильно будет сказать? К пачке крипов подходишь и сразу начинаешь промахиваться. Что там, еще хилочка, Урс, да? Какая машина тебе нравится? Мне нравится то, что у меня. Мне нравится то, что у меня. Можно я тебя побью чуть-чуть? Я просто райт-кликом направляю на него и все. И сюда. Райт-клик. О. Хорош. Ну это наш клиент. Задушим сейчас под тэшкой. На базу сходим. Пишет, смотри, что. Горит, горит, брат. Горит. Лечь, что тут делает, говорит. Ой, жопа горит. 4 секунды, блин, не успеваю, да? Ладно, вернемся еще сейчас. Сейчас вернемся. Получше, да, получше, брат. Получше. Безусловно. Извини за мой корявый китайский. Опа, монетка. Хорошо. У меня вообще, у меня 30 крипов в меду. Сейчас ксусник 6 апнул уже, все, сейчас начнет убивать я. Я просто проспамливать его надо и все. Давайте сейчас тревел возьмем и сразу диффуз, чтобы можно было перекрывать его. Но тяжело будет его убивать потом. Но в целом это Урса. Урса контрится диффузиалом. Или Ивлом. Вот диффузиал, я думаю, зайдет. Ух ты. Хорош. Мангусик помог. Давайте тэшку побьем, наверное, чуть-чуть. Хорошо. Рексаром сыграть. Блин, недавно Рексаром играл. Причем такая потная игра была. Мегакрипов дефили там, атаковали, пытались сломать. Те, кто помнят на стриме эту катку. Блин, это жесть, что за игра. Так что не забывайте, что на канале... На стримах это отдельный контент, ребятки. Если не успеваете заходить на стримы, это очень плохо, потому что много теряете. По факту много теряете. Очень много интересных игр проходит на стримах, поэтому не забывайте заглядывать на стримы. Хорош. Ага, забрал руну, да? Ну, тревелэ первый арт сделаем. Тревелэ. Дальше уже будем делать, что хотим. Хорошо. Диффузиал начнем делать. Леночку от Пуджа. Тут не будет Этериала, тут будем вот так собираться, как нужно. Диффуз, и поехала. For Lord Aron. За Lord Aron, говорит. Хорошо. Ребята там душат, да? Хорош, за Лордерон. Начну стрима, спасибо. Спасибо. Гоу сюда. Хорошо. Усревич там на топе, да? Держи ТП-шку. Халява. Мангусик один, поехали.
Килл любого, гоу. Леорика не видели, что ли? Вон, ходит. Жалко, у меня нету ТПшки сбить ему. Второй. Я не качал адаптивы. Опа, сало поймал. Надо задушить за сало. Хорошо. Вот и адаптив подъехал. Хорошо. Ух ты. Каталашки хилит. Интересно, он будет делать этот? Будет ли он делать радик на умнике? Это будет очень круто. Жалко, я на руну шел. О, пуш. Пуш. Нет, Этериала не буду делать, там дефуз надо ферстом, братан. Че бы я ни собирал, надо... Дефузил. Чтобы с Урсой можно было драться. Ой, какая ару, да ты посмотри. Это что такое? Что это? Что за ару? Опять он хилит. Ля ты на него посмотри. Ух ты какой. Ах ты. Бираконьер. Че у меня там 11 секунд, да? Да, было интересно, почему безмолвие называют салом или наоборот. Сайленс, молчание, типа. Гей, пуш, да, гей. Давай. Я пошел, брат. I'm listening. Go на мид. Опа, огурчика. Нифига себе, как он не попал. Гей. Леорик вообще лол там. Лол. Лол хп, Леорик. Там Рудге. Вот это жесть. Души, души, мы же ренджевики. Ренджевики сильнее милишников. Усревич идет. Вот этого надо бояться. А, сейчас ультанет. О, нифига себе. Хорош. И Урса туда же. Урса туда же, ребятки. Давай на вставочку. Хорош. Есть. Ой-ой-ой. Уф. Ну это на вставочку. Точно. Вот это я понимаю. Пацани, ну у меня уже диффузиал есть сейчас. Диффузиал имеем. Почти. Круто было бы, если бы Патма сейчас моя подфармила. Мансура, слово гей. Осуждаю. Гей. Гей я Мансур получается. Хорош. Гея Мансер. Похилим жопу, пацану. Смело на вставочку можно делать. Да, одобряю. Одобряю. Смелейшество. Знаешь, такое, такая фраза из смелейшества. Но у меня диффузиал. На базе, к сожалению. Хорош, это кто? Усревич? Усревича туда же. Найс, он тпкнулся. Ну, рейнджевики сила, согласитесь. Это еще с нами нету Траксы. Тракса, к сожалению, сегодня задержалась в баре и сегодня отдыхает. Вообще, это сила. Ребята там в шоке. Найкс будет? Да думаю, будет. Рейнджевики сила. О, Слиорик. Это что такое?
У него там, там маны нет. Лёрик. И я не пойду. Дайте мне мой диффузил. Хорош, вот так вот. Вот это дота. Рейнджерики, пауа, гоу. У меня диффуз есть. Ля, не захотел. Хорошо. Хорошо. Горов Шана. Next наоборот, справедливо. Да, тоже логично. Тоже логично. Сейчас пойдем вторую, наверное. Горов Шана. Кто у нас самый плотный по армору? Давай тебя. Аркейни гоу. Пусть танчит. Пусть танчит. Я возьму. Хорошо. Окей, okay, go. Диффуз снимает ульда банон. Нет, Аркадий давно на визаже играл, редко вижу этого героя. На визаже не помню, когда крайний раз играл, честно. Не помню даже. Да, блин. Честно, даже не могу тебе так сказать. Для меня визаж и виз самые нелюбимые персонажи. Так а что ты меня хочешь на визажа посадить-то? Осуждаю. Вот так вот, значит, чтоб я помучился, да? Не, на визаже не это, не тяжело играть. Блин, я ушел, ребята драться пошли. Осуждаю. Рейнджевики, в атаку. Шопился. Шопился, говорит. Диффузил есть, можно поесть. А можно вообще Маенту сделать. Вместо Линки сейчас Маенту. Это вообще пушка будет. Видео из доната. Да пока, видосик. Я убрал. Если ты хочешь next пойти, без Б пойдем. Отходим. На миду Леорика можно чпохнуть. Прикиньте, я Аквилу дропаю. И он ТП сделал, забрал меня. Ну, Аквилу нет смысла забирать. О-о-о, печально. Аквилу забрал, дропнул. У них варта тут стоит. Вард стоит. МХшник такой вот. Че, может байбекнемся? Гоу, байбекнемся. Байбекнемся. О, найс, перекачка. Ну, это такое. Можно сейчас перегазовать так, что я второй раз сдохну сейчас. Это плохо будет. Ну, такое себе. Че ты идешь? Отстань. Вместе надо. Ну, я Аквилу оставил там. Жесть что-то, пацаны. Собрались вместе от Омника. Тяжело. Омник душит. Диффуз есть? Что-то не помог вообще. Пуш работал, тот укусил, все. Жалко, глобалки не было или была? Я не вкурил, глобалка была или нет? Все началось с того, как ребята там отдались на этом. На руне, зачем-то. О, агура можно, агура, агура. Души мустана. Хорош. Как крипули. Манта нужна. Я манту соберу, чтобы таргет можно было сбрасывать. А что ты делаешь? Подошел, одного забрал, подошел, другого забрал. Странный пай. Ладно. Ну, Рошана мы не зайдем. Ой, Рошана, ХГ мы вряд ли зайдем из-за пуджа. Вряд ли зайдем. Можно ХГ побить чуть-чуть. Жалко, аквилы нету. Крипов сносить сразу.
Хорош. Вот такое. Руна, гоу. Очень далеко я так блинканулся. Я думал, надо до базы успеть дойти, пока мы там будем мансить лево-право. Сейчас урсу еще. Урсу, 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 гоу. Че, не будем? С ревичем. Такое. Пойдет, ладно. Пего. Ой, хорошо. Как профитнее играть абы в керри или саппорте? Всегда по-разному. Смотря что у тебя в команде происходит. Если у тебя полно там дамагеров каких-то, то зачем вам еще один дамагер? Сыграй в четверке, очень полезно будет. Вообще пушкой будет. Зачем тебе дополнительный урон какой-то? Не мешай. Не мешай. На next. Если не сложно, поставь этот рекричуринг Баноба. Давай, я после этой катки поставлю. Спасибо. Спасибо, бро. Ох, что-то пуч. Вообще дает. Баноба, я поставлю после, брат. Спасибо. Потеет. Без аквилы, конечно, тяжеловато. Пассивного регена нету. Пассивного. Мне кажется, у него маны даже на ульту нет. Да не, не, есть, по-любому. 312, там 24 разума еще хватает у него. Очень много. Ты. Мне манта нужна. Нам бы пара драк хороших. Блин, и линка тоже нужна. Линка нужна. Хорошая игра. Интересная. Эх, сейчас бы туда, да? Ну, КД 2 секунды, 2. 1. ХП-6. Давайте его. Хорош. Да ладно. Души его, брат. Not enough mana. Жесть. Но я туда, блин, канусь. Надо улетать на базу, сейчас и прилечу. Жесткая тема какая-то. Здорово. Дела нормально, привет. Да жесть, какие катки. Агур в загоне. Коты бегают. Оракла добавили, что там? Мало часть научился играть и нагибало из-за того, что большинство не понимало принцип рода скиллов. Да, есть такое. Ладно, я не полечу туда уже. Хорошо. Вместе надо. Слот. Слот, брат. Давай сделаем на next. У меня дифуза почти кончились. Нет, еще будет катка некстовая. Че, катка была? Монетку забрали. Монетку. Майен туда колотим, будет хорошо. Я бы с радостью фокусил бы омника. Там прыгал бы, знаете, душил. Но я боюсь, что я просто прыгну, и меня задушит этот... Пуш прыгнет и ГГ.
Уж прыгнет, и ГГ будет бабошка. Agreed. Банку тоже слот надо, да? Слотик. Давай сделаем. Чё сало ульту не дает? Сало ульту зря не дает, мне кажется. Пойдет. Сейчас еще типы купим. Ладно, купим сначала манту. Ушаем, потом диффузил. Он на венгу дал бы. Ульту, мне кажется, лучше было бы. Как же, что они ЕС не взяли? Это не ластовая, еще одна будет, ребятки. Напоминаю, играем милишники против ренджевиков. Каточка. Милишники против ренджевиков. О, я ТП прогулял. А, нет, успел. Эх, они там пошли душить, и я отсюда ТП даю, да? Ну, next link в любом случае. Дай мне эту штуку. Poised to strike. Жесть их тут стоит. Ребята в рошу, наверное, пойдут, да? Давайте тут попробуем кого-нибудь ловить, может. Сревича, кого-нибудь. Я любого, наверное, тут убиваю. Я тут неподвижным стою. Гоу. Кто там есть? Осуждаю. Хорош. Пойдет, дали минус 2. Спокойного. Спокойного минус 2 дали. Привет, Ахма. Сбейте линку. Зачем? Ару так кидается. Сирошан забираем, очень хорошо будет. Хорошо. Блин, венга офигенно мне дамагу добавляет. Венга красава, офигенно дамаг добавляет. И к ним замес. Так я хз, нет, я привык, знаешь как? Не так в наглую идти там, знаешь, а от минусов играть. То есть они там образно, их трое, четверо, и мы идем и душим. То есть как-то так играть я привык. Я не привык тупо 5 на 5, но 5 на 5 намного тяжелее победить. Надо перехитрить. Не знаю, у меня как-то вот этот подфарм плюс телепорты как-то, ну, как-то оно в голове так работает. О, венге ГГ. Эх, жесть. Никого не забрали. Там Усревич. Усревич душит пацана. Брат. Не дам в обиду своего друга. Хорош, диффуз решает. Гоу, ХГ попробуем, пацаны. КП немного. КП немного, но постараемся. Так, сделаем. Рутге сейчас хукать будет, да? Хорош, я подспушил даже. Все, ГБ. Ну, сало отдаем. Отдай сало, да? Хорошо. Че там? Сен Зевзу. Че там, на тебя уже, на меня уже пожаловались? Так, есть.
Хорошо. Сейчас линка будет уже. Будет офигенно. Несправедливо, что ульта урца снимает с диффузом. В смысле, несправедливо. Справедливо, все, пусть БКБ хутарит. Все будет огонь тогда. Человек, играющий дота. Да, спасибо. Хорошо, есть АЕК. Есть АЕК. Идем. Давайте вот так сделаем. Арбу купим. Здесь. Смотрел стрим на тот момент, когда вы закусились чуток. Да, он перегибает постоянно. Он просто видит все плохое. Все плохое видит. Он потом пересматривать будет и будет смеяться с того, что это, ну, это было и это круто. Не знаю, он слишком много негатива питает. Слишком много негатива. Он иногда нормальный, а иногда вот бывает так. Я ж наоборот хочу помочь. Задонатил, зарекламить. Вы чё? Нифига себе. Если б меня так кто-то пиарил, я бы вообще по кайфу. Блин, прям радовался бы. Так, ну шо, походу катку доиграли, да? И тянут, пацаны. Опа. Ух, нифига, какой хук. Ну тебя нафиг. Друг мой, товарищ, вурдалак, корм. Кто там, Усревич, да? Боботом? Бикини ботом. Оп. Хучанский. Хз, я просто зашел катку сыграть, и все. Я даже не стрим-снайпил. Ну, я не стрим-снайплю. Если я играю, я не стрим-снайплю. То есть, ну, как бы, просто каточку играю, и все. Просто каточку играю. Да, я пытался его хейтить. Ну, в катке там, знаете, по максимуму, типа, подзадушить. Ладно, пацаны, я отойду и сейчас прилечу. Можно линку. Там, знаешь, у меня была приоритетность, типа, подзадушить его именно. Именно его побить. Типа, а, там Bounty Hunter? А, не, нифига, надо Диму убить. По кайфу. Это заруба стримеров, честнее взять. По рофлу время провести. Дашь слот? Да, напишешь никнейм, выдам. Так как еще одна катка будет. Не сломай, да? Линочка есть? Вообще сейчас пофиг будет на все. Ебират. Годовар, брат. Не, Годовар не играл, не знаю, что это. Было бы как D2, уменьшение любого урона 80%. Так там так и есть. Ты что, не знал? Тут ульт урсы 85-й, как D2. Коты бесятся тут. Страшно, вырубай. Опа. Нифига там гей-парад. С чудным уйгурского района. С Чунджи. Понял. Провел по губе. Ну, айс у тебя ник такой добренький, знаешь, прям чувствуется. Что, еще одну челенгу посложнее? Да не, это так прикольно тоже, бро. Так, надо, знаете, что купить? Я не знаю. Великие цитаты. Цитатник Хинозеса. У меня манта КД. Это мне может быть чревато. Ладно, задефьюзим его. Замедли, он сейчас репельнет, да? Все, нету диффузов. Хорош. Момника замедляю, кстати. Скаду и сделаем, наверное. Свапает. Эй, Бират. Не дыши. Усревич. Давайте бомника тоже использовать. Брат, не надо. Ля, он знал, что я настоящего бью, да? Ой, настоящий отвел. Криса получается. Ой.
Че, пушим? Минус 4 вроде, да? Хорошо. Дюзу можно скинуть ультом никогда, можно все скидывать. Репейлы, диффуз... ну, репейлы, Гуардиан Энджелы. Хорошо. Че, еще разочек? У нее там, блин, этот... БМ. Надо БКБ-ху делать. Хорошо. Прыгает под ма, бафает нас. Давай, брат, вот так сделаем. Капай на ботом. На базу схожу. Agreed. Agreed. Next. Окей. На next и we. И we. Хорошо, и we. We-we. Что-то я передумал драться тут. Мне линку сбили. Усревичу по лицу дали. Была бы репликейтка, я бы, наверное, подрался. Ты сегодня пытался купить Диму, не получилось. Покупки не твое. А при чем тут покупки, лол? Я от души задонатил. Я у него ни слот, ничего не просил. Я просто задонатил. В чем проблема? Я просто задонатил. При чем тут за этого? Блин, ну я спалился. Хорошо. Это рез. Дай. Ах ты, Криса. Это рампага. Они забрали все. Чисто Крисы. Ну, ребят, на самом деле рейнджевики тут победили. Тупо застилили рампагу. Жесть. Тупо Крисы в команде. Нормально, катка интересная получилась. Знаете, в один момент я подумал, что уже все, они начинают, милишники, душить. Жесть. Ну, вот такая каточка, ребятки. Надеюсь, вам понравится. В целом, из разряда что если, да? GG. Хорошая игра. Хорошая. Молодцы ребята, тоже хорошо, в принципе, сыграли. Я даже в один момент подумал, что они сейчас прям, ну, блин, дадут нам чипалах. Ну, или такое интересно посмотреть.